Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 11 июня уже 108 день полномасштабного нападения нацистской России с помощью предателей из Беларуси. В Одессе все как всегда, спокойно, народ отдыхает, и местное правительство решило уже открывать театры, но только те, в которых есть убежище. Так что одесситы скоро смогут сходить в театр. А пока театры закрыты, все идут на море. И вот мы сейчас тоже смонтирую это видео и пойдем купаться на море. А в соседнем Николаеве все, конечно, не так спокойно. Хотя россияне уже не обстреливают город вторые или третьи сутки, но все равно довольно тревожно в Николаеве. Вчера жители города слышали вечером какие-то взрывы, но еще неизвестно, были ли то прилеты или улеты. Так как о разрушениях ничего не сообщают, то, скорее всего, наши отработали по россиянам. ЗСУ также насыпает россиянам туда, ближе к Херсону. И россияне могут уже готовиться к сдаче Херсона, потому что у них там только один мост, через который они могут убежать. А если моста вдруг не станет, то все, в окружении они. Но наши этот мост трогать не будут, потому что с помощью него еще нужно будет наступать туда дальше, на Мариуполь. А из хороших новостей вот такой вот. Все знают, что Москву основал киевский князь Юрий Долгорукий. Так вот, пришло время отменять Москву. Мэрия Киева и Виталий Кличко издали указ, которым отменяют основание Москвы. Все, у россиян больше нет столицы. Долгорукий основал Москву, а Кличко Москву отменил. Честно говоря, это не очень хорошее место для города. На болотах, где-то на севере.